Министр финансов, который просто так был ослеплен желанием как можно больше собрать доходов, исходил не из того, какие должны быть расходы, а его цель была просто обобрать население, набрать и эти бизнес. Доходы. Да, и бизнес. Он, вот ему хотелось всем доказать, какой молодец, такой подарок стране. Но при этом, что это за подарок стране, если эти доходы, судя по тому, каковы расходы, никому были не нужны? Зачем тогда вообще была вся эта канитель доходами? Вы имеете в виду тот гигантский профицит, который уже сложился? Ну да, это же ненормально. Так же, как дефицит, так и профицит говорит о полном дисбалансе, о том, что и те, кто разрабатывали нацпроекты, пальцем в небо их разрабатывали, и те, кто составлял бюджет, составляли его на глаз и привели к тому, что у нас такой дисбаланс. А потом Кудрин говорит о неграмотности. А что Кудрин предлагает? Возникает вопрос. Что делать сегодня, чтобы это безобразие, которое в следующем году, если следовать этой логике, будет еще более таким огромным, что делать?